Здравствуйте, дорогие друзья. Это стихотворение называется «Романтика». Я думаю, что нам ее немножечко не хватает в это тяжелое время. Послушайте. И снова пробирает на романтику. Опять сижу я рядышком с тобой. В твои глаза смотрю я так внимательно. В них небосвод сияет голубой. Держу тебя я очень нежно за руку. Улыбка вдруг зажглась в глазах твоих. С тобой даже на край света убегу. Разделим мы удачу на двоих. Мы заживем с тобой так прекрасно там. Не будет там снегов, дождей и гроз. Я благодарен силам притяжения, что миг волшебный мне тебя принес. Спасибо тебе, родная, за то, что ты существуешь на этом свете. За то, что ты меня поддерживаешь. Понимаешь, в какой-то степени даже оберегаешь от неприятностей. Я тебя люблю. Спасибо, родная.